Спасибо. До свидания. Че? Спасибо. Че, я вам не подхожу? А че? А че, что-то не нравится, что ли? Че, руки, ноги? Че, я не понимаю, морда лица, что ли? Че? Может, сзади что-то? Да нет, я, наверное, все понимаю прекрасно. Да я вас насквозь вижу. Вам бы только трахнуть человека, и все. О, конечно. А чего? Знаю, конечно. Да плевать я на вас хотела, господи, подумаешь. Ой. Постойте, постойте. Вы знаете, здесь было 85 девушек до вас. 71 предлагали мне лично вот то, что вы упомянули. Но я здесь работаю только на общественных началах, из любви к искусству. Вы понимаете, что такое искусство? Вы понимаете? Вы видели фильмы Сокурова? Вы понимаете, что вы некрасиво двигаетесь, мягко говоря? Вы себя со стороны видели? Понимаете, я не хочу вас обижать. Но вы корявая. Корявая. Вы не понимаете такого простого понятия, как эстетика. Вы должны подать себя, вы должны почувствовать линию, грацию, понимаете? Поворот головы, бедра. Но этого нет, к сожалению. К сожалению. Я вам должен сказать, что красота, ну, это мое личное мнение, спасет мир. Блин. Ну что, подруга, Авлон Петрович? Да, ну и вот, дурак какой-то, пустой искусство, да, вообще же. А ты откуда? Из Плинишма. А ты? А я из Тулы. Ну что, по домам? Да, надо тут зайти в одно место. Куда это? Тебе нам надо? Может, и не надо. Вот я так думаю. Да ладно, хватит звонить-то, пошли. Испекла. Спасибо, родная. Ты когда Петеньку из садика забираешь? Его сегодня Марина забирает. Жаль. Почему? Ну, потому что я бы сходила с тобой. По дороге погуляла с ним, поиграла. Ну, ничего. Дома поиграете. Дома это не то. Да и потом Марина твоя. Поставлю-ка я чайничек. А то пирога хочется. Здрасте. До пирога не смей дотрагиваться, он горячий, будешь ждать до Петеньки. А то я тебя знаю, не успеешь оглянуться, нет ничего. Потом мадам появится и пусто. Аня, тебе не надоело? А тебе? Мне да, очень надоело причем. Я уже 10 лет женат на Марине. Пора, кажется, уже привыкнуть к этому факту. Или хотя бы... Что хотя бы? Ну, проявлять какую-нибудь деликатность. Зато твоя жена очень деликатная. Так она деликатно посылает тебя работать на автостоянку. Я как подумаю, что мой брат, доктор наук, ведущий, профессор... Я устал повторять. Никто меня туда не посылал. Ну, конечно, конечно. Ты сам там мерзнешь по собственной инициативе. Да, представь себе, по собственной. Ну что это вообще за манера за такая? Во всем видеть какие-то подвохи и интриги. Но почему ты не допускаешь мысли, что человек сознательно может проявлять инициативу, что он может действовать без чьей бы то ни было подсказки? Ой, не надо. Я очень хорошо знаю твою жену. Да, но, между прочим, находишься в ее доме. Да ради бога. Я могу идти. О, да, не валяй дурака. Господи, боже мой. Ну я сколько раз тебя просил, ну...
Ну, почему мы не можем говорить на какие-то отвлеченные темы? О литературе, об искусстве, о политике, ну, о Петеньке, в конце концов, ну, о погоде. Ну, почему каждый раз, ну... Ну, потому что мне жалко тебя. Потому что я не могу видеть, как эта женщина высасывает из тебя все соки. Ну, пожалуй, не все соки. Лёнь, ну не смешно это, ну это не смешно. Ты просто не видишь, что происходит. Да, а что происходит? А то, что твоей жене очень удобно иметь мужа, который по ночам работает на стоянке. Ты что, мелешь? Имеющий глаза да увидит. Имеющий уши да заткнет их. Леня, ты мой единственный брат. У меня кроме тебя и Петеньки вообще никого нет. Аня, милая, никто же не собирается оспаривать этот факт. Когда вы, человечество, скажете тебе спасибо за то, что ты имеешь такого талантливого брата, который работает ночным сторожем в гараже? Ну что ты из меня дуру-то делаешь? А профессор шутит. Ну что, пойдем пить чай? Пойдем, пойдем. Да не пойду. Пойдем. Пойдем. Что? Ну что? Нет, тут вообще нет. Ну маленький кусок. Нет. Маленький кусок. Ну хорошо, режу я сам. Режешь ты сам. Сумку мою возьми. Открой, достань там бумагу. Это? Не читай. Прошу уволить меня по собственному желанию. Что это такое? Что это значит? Это значит, что я так больше не могу. Маша, мы уже обо всем с тобой договорились. Да, договорились. Я понимаю, это очень благородно с твоей стороны, что ты не можешь бросить больную жену. Но ты меня тоже, пожалуйста, пойми. Я не могу так больше, Костя. Я не могу все время делать вид. Не могу все время придумывать что-то. Это разрушает меня изнутри, понимаешь? Это уничтожает меня. Маш, ну и... Доктор сказал, что есть замечательное лекарство. Она обязательно оклемается. Давай снимем квартиру в центре города. Перестанем болтаться по этим дачам. Я слышу об этом год уже. Я же не виноват, что она больна. Что я могу сделать? Я все понимаю. Не надо продолжать. Но я так больше не могу. Японский городовой. Ну хорошо, я тебя отпущу. Что ты будешь делать? Куда ты пойдешь? Ну, какая разница? Ну ты знаешь, что я без работы не останусь. Маша, ну это глупость. Бред какой-то. Кость, я не могу так больше. Видеть тебя каждый день тоже не могу. Отпусти меня, а?
Здравствуйте. Алексей Степанович дома? По какому вопросу? Я-то... А я его внучка. Чего? Ну да, из Пленишмы. Уходи отсюда. Подождите, я объясню. Я... Хочешь, чтобы я милицию вызвала? Я сейчас вызову. Не хочу. Ходят тут всякие. Маша! Кто там, а? Дверью ошиблись, Алексей Степанович. Ничего. Да ничего. Послала куда подальше. Ну, правильно. Я бы тебя тоже послала. Хоть тут всякие. Ой, ладно, слушай, ты еще будешь говорить. Ешь давай. Здрасте, я ваша внучка пришла. Про Сашку хотела сказать. Чего? Да ничего. Сейчас к одному бизнесмену зайду и все. По домам. Хватит, наигралась. Москвичку. Дома что? Ничего, я так замуж пойду, а ты не знаешь. Знаешь, какой парень хороший? Чемпион по фехтованию, Лев Фролов. Слыхала, небось? Нет, не слыхала. Чего ты вообще слыхала в своей туре? Скисла, что ли? Не скисла. Сама ты скисла. Ешь. А не хочу. Ну ешь, ну что ты? Целый день же не ел ничего. Что, пошли? А вы что-то плохо едите, Митенька? Нет, почему? Я ем. Мне как-то без удовольствия. Дело в том, что я теряю аппетит в таких ресторанах, особенно в таких. В каких таких? В дорогих. Интересно. В этом есть что-то фрейдистское. Скорее, марксистское. В каком смысле? В смысле, бытие определяет сознание. Очень трудно чувствовать себя спокойно в ресторане, в котором одно блюдо стоит половину твоего месячного заработка. Деньги, Митенька, для того и существуют, чтобы их тратить. Не думайте. Ваше здоровье.
для человека, связавшего свою жизнь с русской литературой, очень сложно, я бы сказал, даже невозможно обедать за счет женщины. Ну, это уже от домостроя. Все вы, мужики, сексисты. Для вас женщина? Это только обслуживающий персонал, и не более того. Нет, просто бывает хороший обслуживающий персонал, а бывает не очень. Фи, Митенька. Ну, от кого от вас я этого совершенно не ожидала, такого примитивизма. Простите. Я просто неудачно пошутил. Простите, Маргарита Семеновна. Марго. Ну, или Маргарита, как вам будет удобнее. Маргарита. Кстати, Маргарита очень хороший коктейль. Пейте, пейте, мой мальчик. Но имейте в виду, что это наслаждение ничто в сравнении с тем, что может дать настоящая Маргарита. Если вы будете дружить с Маргаритой, то вы будете иметь все, что вам нужно. Я надеюсь, вы понимаете, о чем я вам говорю. Алло? Да. Хорошо, я выезжаю. Пусть подождут. Обязательно. Так, Митенька, я, к сожалению, должна вас покинуть, но это ненадолго, минут на 40, может быть, на час. Нет, 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 вы кушайте, кушайте. Я скоро вернусь, и мы продолжим наш вечер. К сожалению, сегодня вечером я должен быть у Говорова. У старика гипертонический криз, и если я не приду, обида будет ужасная. А моей обиды вы не боитесь, Митенька? Маргарита Семеновна, вы меня неправильно поняли. Просто... Ну, ладно, обстоят... ладно, ладно. Идите к своему нобелисту. Но завтра вы мой. Окей? Алло. Алло, добрый день. Простите, пожалуйста, это вас опять Бельский беспокоит, все тот же. Да. Помните, я просил вас узнать насчет повести Бориса Рогозина? Есть? Ага, спасибо большое. И вот вы знаете, я еще хотел спросить. Сейчас. Да, вот, за 63-й год в альманахе. Тоже есть. Благодарю вас. А можно прямо сейчас подъехать? Спасибо. С меня шоколадка. Спасибо. Алло. Да, я. Послушайте, может быть, вы вообще этого не можете сделать? Вы мне так прямо и скажите тогда. Я понимаю, что непросто. Было бы просто, я бы вам не платил такие деньги. Да ладно! Он не премьер-министр. Ну, хорошо. Хорошо. Хорошо, давайте так и договоримся, да. Но имейте в виду, что это будет ваш последний шанс. Да. И не звоните мне больше по этому телефону никогда. Я же просил вас. Да. Я сам вас найду. Капитан, возьмите трубочку. Это тебя. Нет, вы, конечно, можете написать заявление, но... Что? Боюсь, это вам не поможет. Буду.
что мне поможет? Ну, попробуйте поменьше выходить из дома, и если есть возможность, на время поменяйте место жительства. А на какое время? Ну, пока не убедитесь, что опасность миновала. Как? И это все, что вы мне можете предложить? А что же вы хотите, чтобы мы вам роту автоматчиков дали для охраны? Ну, зачем так утрировать, товарищ капитан? А к кому же мне обращаться, если не к вам? Ну, есть частные структуры. Они займутся любым делом. Только денежку платите. Да у меня нет таких денежек. Ну, ладно. Тогда подождите, пока появятся материалы, вот тогда и заведем уголовное дело. То есть вам нужен покойник? Хотя бы. Будет убитый или свидетели. Вот тогда и приходите, разберемся. Но ведь убить хотят меня. В конце концов, я и буду тем самым покойником. Пишите заявление. Лёша, меня ждут. Отдай её, Лёша, не бойся. Я возьму её и уйду. Мне не важно, что здесь автором считают тебя. Чего это? Чего это?
Алексей Степанович, чего это? Алексей Степанович? Алексей Степанович? А вы зачем спички-то? Алексей Степанович, я Христом Богом прошу, открыть мне дверь. Алексей Степанович, Алексей Степанович, я Христом Богом прошу, откройте мне. Ой, Господи, что вы задумали-то? Алексей Степанович, я прошу. Рассказываешь, что случилось. С чего ты взял? Ничего не случилось. Во-первых, не ожидал тебя увидеть так скоро. Ты не рад, что ли? Не говори глупости. Господи, 4 дня, что ли, только прошло, а? Да, 4. А кажется, целая вечность. Да. Целая вечность. Объяснили, почему они тебя не взяли? Объяснили. Люблю тебя очень, но это не взяли. А что там пришлось отвечать на вопросы анкеты, любите ли вы Михаила Фролова? Ну ладно тебе, Миша. Я то действительно думала, у них конкурс, а у них там, ну, в общем, то, что ты говорил. Ладно, ладно, забудь. Да, тебе хорошо сейчас говорить, забудь. Все. Ну, забыл. Забыл. Ну, спите, ну. Давай поженимся, говорю, ты сам же предлагал несколько раз. Я же забыл, что ли? Я прекрасно помню. Сколько раз ты меня отшивал? Ну, это я дура была. А сейчас поумнела? Поумнела. Ты знаешь, что у Сашки мать умерла?
ты что, когда? Я вчера вечером. Ты бы зашла к ней? Ну, я попозже. Ну, что попозже? Я сейчас плохо? Ну, я понимаю, но я сейчас как-то... Ну? Ну, прав ты. Зайди. Зайду. Подготовлюсь я. Ну что, завтра 12? Ты про чего? Про женение. Завтра 12 у ЗАГСа. Идет? Мишка, я тебя так люблю. Я тебя тоже. Ты поплачь, Сашенька. Поплачь, тебе легче станет. Не могу. Я пробовала, у меня ничего не получается. Бедная ты моя. Знаешь, что я подумала, Саша? Нельзя тебе здесь оставаться. Уезжать тебе надо отсюда. Хорошо, тетя Люся, мы же с вами договорились. Я сегодня у вас переночую. Я не об этом. Тебе и сплинишь мы, уезжать надо. Зачем? Нечего тебе здесь делать. Тетя Люся, ну как я куда-то уеду, как? Надо же за могилой ухаживать. Надо же память какой-никакой поставить. У тебя что? Миллионы под окном закопаны. Что-то незаметно. Я же вижу, ты и так уже все, что могла, продала. Нет тебе здесь жизни. И не будет. Ты здесь даже замуж толком выйти не сможешь. Не за кого. Да и парни наши, кто поумнее, посноровистей, да посимпатичней, так сразу в Москву или еще куда-нибудь. Тетя Люся. Да знаю. Тебе кажется, что не время говорить сегодня об этом. Самое время. Это еще одна причина, по которой тебе надо уезжать отсюда. И чем скорее, тем лучше. Маму не вернешь, а тебе жить. Надеюсь, долго, и надеюсь, счастливо. А тебе здесь все будет напоминать о ней. Не настоящим будешь жить, а воспоминаниями. Уже я-то знаю. Когда моя мама умерла, я потом сколько лет еще по ночам рыдала. А если уедешь... Я ее никогда не забуду. Дурочка. Кто ж говорит, что забыть? Я о том, чтобы не рыдать. Увидев ее тапочки и взяв в руки ее утюг. Тетя Люся. Тетя Люся, ну что? Что? Я обязательно подумаю. Подумай, подумай. А сейчас собери, что надо, и пойдем ко мне. Нельзя тебе здесь одной. Я сейчас все соберу. Привет. Здравствуй. Шура. Шура, я от Мишки от своего узнала сразу. Тебе говорю, так жалко. Вообще. Спасибо, спасибо тебе, Нина. Бедная моя Шурочка. Ты прям с дороги. Угу. Не будь голодная. Я тебя сейчас накормлю. Да ладно, Шура, перестань. Ну что ты? Перестань. Будешь есть и точка. Тетя Люся, я сейчас Нинку покормлю. Передо мной можно. Давай. Ой, только не задерживайся. До свидания, тетя Люся. Завтра днем приду. Ну что, долго будешь там сидеть? Залезай давай.
залезла. Ну, с приездом, подружка. Хорошо. Благодарю. Вы понимаете, Митенька, что это не совсем в моих правилах брать ключи у подруги. Мы могли бы, конечно, пойти ко мне, но сегодня ночью вдруг заявился мой... А, неважно. Родственные связи на улицу не выкинешь. Впрочем, я их и не скрываю. Так же, как и свой возраст. Вино, чем старше, лучше. Вы согласны со мной, Митенька? Да, конечно. Я рада. Я, впрочем, по вину-то не специалист. Я по водочке, с вашего позволения. Бога ради. Я все больше по водочке. Ну, а как прошел вчерашний вечер у Говорова? Спасибо. Ничего. Поболтали о судьбах России. Ну, вы все-таки невероятный циник, Митенька. Вас приглашает в гости человек, который является практически олицетворением всей нашей страны. А вы о нем в таких выражениях. Вы совершенно правы, Марго. Я, поверьте, иногда сам себе противен. Ну-ну, не переусложняй. Ладно, кто куда, а я пошла в душ. Не скучайте, Митенька. Будьте как дома, но не забывайте, что вы в гостях. Это что, твой тренер? О, привет. Кто, Наталья? Нет. Она хилер. Кто? Ну, в смысле, врач. Нетрадиционной медицины. Только не говори, что для Тамары. А для кого же? Ты знаешь, она совершенно потрясающая. Ой, у тебя глазенки загадили. Машенька, перестань. Она совершенно потрясающая. Баба. Ну, в смысле, врач, конечно. Ты знаешь, она за 3 месяца берется Амару на ноги поставить. Ты понимаешь, что это для нас значит? Что это значит? Это значит, что мы с тобой, наконец... Не, не буду говорить. Боюсь сглазить. Это вы сейчас договорились? Между поднятием тяжести? Да мы с ней здесь вообще случайно встретились. Случайно. Паш, ну 3 дня назад я был у нее на приеме. Ну, с Тамарой, конечно. С Тамарой. С Тамарой. Паш. Какой мне резон, зная, что ты с минуты на минуту войдешь, а?
Вот ты сама подумай. Скажи, ты действительно веришь? Во что? Что мы с тобой будем вместе? Какая гадость. Да. Короче, никаких курсов нету. Все липо. Все рассчитано на дурочек таких. Конечно, приезжает такая красавица в Москву, никого нету. Идет по этому объявлению. Многие приезжают? Ну, конечно, многие. Знаешь, сколько понаехало? Вот. А там, короче, рядом мужик сидит и всем другие адреса дает. А что там? Ну что? Вербуют рабынь любви для стран Ближнего и Дальнего Востока. Да. А ты? Ну что, я тупая, что ли? Конечно, я не пошла. Ну так, погуляла по Москве, переночевала у Мишкиного приятеля, ну и домой. Что за приятель? Ну, из бывших мушкетеров. Ну, сейчас, правда, крутой, в спорткомитете. Ну, симпатичный парень. Правда, жена, двое детей. Слушай, Нинк. Че? Мне ведь и вправду, по-моему, в Москве дед живет. Какой? Горов. Алексей Степанович. А, ну этого-то я видела. Как это ты его видела? Ну как, ну по телевизору же показывают. Ну вот когда я у Мишкиного этого приятеля ночевала, так... Знаешь, что это такое? Смахивает на нож. Это нож Говорова. Ну и что? Он с ним всю войну прошел. В общем, мне мама все перед тем, как... Она мне все рассказала. Чего все? Он этот нож подарил своему сыну. Отцу моему. А от него он достался моей маме. Слушай, а... Чего? Ты что, теперь в Москву поедешь? Тетя Люся уговаривает. А ты че? А я не решила еще. Я тебя обманула. Ты это просто... Ну... Я поступила на курсы. Так ты же сказала... Ну, они настоящие. Ну, я говорю, обманула. У тебя время такое тяжелое. Ну и глупая же ты, Нинка. Да я же рада за тебя. Прости. Рада. Ну, а я узнавала, и там следующий набор будет, правда, через полтора года, но... Да ничего. Найду еще что-нибудь. Если вообще, конечно, поеду. А я бы на самом деле к деду бы не ходила. Почему? Ну а что? Все равно же из этого ничего не получится. Ну что, ты придешь, скажешь, здрасте, я ваша внучка, нет же? Так же только все равно в мексиканских телесериалах бывает. Я не решила еще. Ну правильно, а что так в Москву соваться, правильно? Я приеду, устроюсь, потом ты ко мне. Ты что, спишь уже? Таблетка. Так действует? Я иначе не засыпаю. Так ты ложись. Шура. Шура. Ложись, говорю. Давай.